Если дроби имеют разные знаменатели, то их нужно будет привести к одному знаменателю. Для этого нужно сначала предварительно разложить их на множители и посмотреть, есть ли в знаменателях одинаковые множители. В нашем случае у нас знаменатели разные и одинаковых множителей нет. Поэтому если знаменатели разные и у них общего ничего нет, значит в общий знаменатель мы берем их произведение. Теперь дополнительный множитель. Для первой дроби смотрим, вот в общем знаменателе у нас x, y, а здесь в знаменателе только x. То есть здесь не хватает для общего знаменателя y, поэтому он идет в дополнительный множитель. Для второй дроби опять в общем знаменателе у нас x, y, а здесь только y. Значит, мы добавляем сюда еще x. Теперь умножаем. Мы должны дополнительный множитель умножить на числитель. 3х минус 2 минус дополнительный множитель х мы должны умножить на числитель, на 3у минус 1. Итак, общий знаменатель переписываем, х, у, раскрываем скобочки фонтанчиком, получаем 3х, у минус 2у. Здесь учитываем знак минус x, получаем минус 3xy, и минус x на минус 1 будет плюс x. Так, знаменатель переписываем. Теперь приводим подобные слагаемые. 3xy и минус 3xy взаимно уничтожаются. Минус 2y и плюс x, тут ничего сделать нельзя, поэтому переписываем.